Скрипачей в большом оркестре, который сейчас играл Никола Паганини, пьесу «Перпетум мобили», «Вечный двигатель». Этот год – год 225-летия Никола Паганини, который волшебной своей страстью и любовью к музыке из домашнего плена вывел скрипку в концертные залы, в их мировые пространства. Сейчас мы все в ожидании следующего номера наших гостей, потому что к нам на этот вечер, тем он и знаменателен, приехали лучшие музыканты-скрипачи мира, и потому что шедевры скрипичного искусства будут состоять из великой музыки и исполнительских интерпретаций, и не только, голосов собственных инструментов, вдохнувших в себя когда-то и навеки души и гениальных создателей, старых мастеров. Thank you.
фантазия на тему оперы «Безе Кармен» Франца Вакснана звучала сейчас. Ее играла Алена Баева, чудесная молодая скрипачка, получившая в свои 22 года уже многие премии. Среди них и первая на конкурсе московском международном имени Паганини, организованном фондом инвестиционных программ. И это дало ей право играть на скрипке Карла Бергонца, скрипке Паганини 1720 года. Дирижерская палочка была передана Владимиром Федосеевым, Максиму Венгерову, сверхлюбимому скрипачу широкого кругозора и музыканту, пробующему свои силы в разных жанрах музыкальных, в том числе и в дирижировании. Начало, как всегда, нелегкое, и эта фантазия была тому доказательством, но прошла она замечательно, и успех был этой и светнейшей пьесы предопределен. Сейчас музыка Баха, концерт для двух скрипок и оркестра ре минор. Бах на Красной площади не чудо ли, да еще в исполнении двух удивительных, замечательнейших музыкантов. Два поколения мировой семьи скрипачей. Молодая 27-летняя Хилари Хан, американка, и мэтр скрипки, на которого равняются Пинкас Цукерман, гениальный американский, канадский, израильский, мировой скрипач. И как прекрасно, что зазвучит Бах среди всей этой густой романтической программы, чистая, светлая, прозрачная, простая классика. Thank you.
То, что вы еще услышите этих музыкантов в их сольных пьесах. Все, кто сколько-нибудь любит скрипку и следит за ее жизнью, кажется, все или большинство, во всяком случае, влюблены в Джошуа Белла, молодого, но уже опытного мастера, соединяющего в своей игре смысл и чувства. Он романтичен, красив, чувственен. Вы это увидите. И он слится своим инструментом Страдивари 1713 года воедино. Слит на самом деле. Послушайте, прислушайтесь, пожалуйста, к каденции, введению в фантазию Равеля цыганку. Цыганка, которую сейчас будет играть Джош Белл. Вы услышите и увидите все. Все тонкости игры, все чувства, все прошлое и возможное будущее. Интересы его очень широки, награды его очень внушительны. В числе этих наград несколько престижных премий Грэмми за лучшие записи разных лет. Джош Белл уже играл с этим оркестром, встречался и с радостью приехал сюда. И вы дважды услышите его еще в нашей программе. Первая пьеса, как я уже сказала, «Цыганка Равеля». Thank you.
Теперь в программе поставлены, я думаю, задачи сменить несколько впечатлений от верхних сопрановых скрипичных тембров на низкое инструментальное меццо-сопрано виолончели. Нина Котова, живущая сейчас в Америке, из семьи русских музыкантов. Ее жизнь, не только профессию, а именно жизнь, определяет страстная любовь к музыке и к музицированию. Критики, хваля ее, сулят ей яркое будущее. Думаю, что залогом этому может быть ее разнообразные интересы. Интерес к композиции, она автор нескольких пьес, интерес к организации фестиваля, связанных не только с музыкой, например, и с литературой. Она начнет свое выступление с вокализа Рахманинова. И я хотела бы вам сказать, что обработку этой замечательной пьесы Рахманинова с удивительной всем вам памятной мелодией она сделала сама. Поэтому отчасти, слушая сейчас ее выступление, вы можете и почувствовать ее способности к композиции, во всяком случае к оркестровой аранжировке. Не знаю, достаточно хорошо ли это будет прослушиваться. А вторая пьеса, которую она будет играть, это «Танец огня» из балета «Де Фалли. Любовь волшебница». Так, сконцентрируйтесь на некоторой перемене ощущений. Сейчас вы услышите виолончель, замечательная меццо-сопрано. И я думаю, что знакомство с Котовой будет для вас достаточно интересным. Она уже была в Москве и делала записи в Москве с оркестром Чайковского и с Владимиром Федосеевым. И это вторая ее работа с этим оркестром. Нина Котова.